На неделе после четырехмесячного перерыва состоялся телефонный разговор между Кремлем и Белым домом. Владимир Путин позвонил Бараку Обаме, чтобы обсудить, как вместе бороться с ИГИЛ в Сирии. Ведь получается, что режим Асада противостоит армаде джихадистов практически в одиночку. И его поражение ощутят не только в Сирии. Угроза глобальная, серьезная, ответить на нее сегодня можно только всем миром. И потому, что сочувствующие исламистам заявляют о себе громко по всем континентам, и потому, что ИГИЛ на Ближнем Востоке останавливаться не собирается. За одну неделю теракты в Тунисе, Кувейте, Сомали, Северокавказская бандподполье присягнула на верность Черной Орде. Во Франции усилена охрана химзаводов после того, как террорист попытался взорвать фабрику по производству сжиженного газа. У заводской проходной обнаружено обезглавленное тело, а голова была насажена на ограждение. Полиция уже установила, что террорист – житель Лиона, которого полиция уже давно подозревала в связях с исламскими радикалами. Погибший – его начальник. На завод они приехали вместе заключить договор. На подъезде исламист отрезал начальнику голову, завернул ее в один флаг ИГИЛ, а с другим в руках протаранил ворота и направил машину на склад баллонов с газом. ИГИЛ сразу же подтвердила в интернете, да, дело рук наших. Как и нападение в тот же день на тунисский отель, 40 погибших туристов, нападавший студент. Мой коллега Георгий Алисашвили отправился в тунисский город Сус, где произошла эта трагедия. Пляжи прекрасные, солнце прекрасное, люди замечательные, все замечательно. Ну страшно, конечно, страшно. То есть ты ничего не можешь сделать, ты полностью беспомощен. Там бегал маленький мальчик. Его мать и отец погибли на пляже прямо на его глазах. У него не было половины уха, и он весь был в крови. Ласковое солнце, легкий утренний бриз. Сус – жемчужина курортного Туниса. Турагентства зазывают отдыхающих. Это настоящий рай. Кстати, за весьма умеренную плату. Но цена оказалась слишком высокой для тех, кто пролил свою кровь на белый песок. Под огнем мы бежали кто куда мог, спасая свои жизни. Оказались в тупике, в коридоре, думали все. Полдень, поздний завтрак, все-таки отпуск и, конечно, прогулка на пляж. Многие заранее занимали лежаки, их здесь всегда не хватает. Шум прибоя заглушает звук моторной лодки, но даже если бы кто-то его услышал, едва ли обратил внимание. Террористы подходят к берегу прямо вот в этом месте, на резиновой лодке, вот там, где буйки. Выгружаются, один остается чуть подаль, а второй направляется прямо к отдыхающим. Первая короткая очередь звучит здесь, у этих шезлонгов. Люди не понимают, что происходит. Многие считают это часть какого-то представления. И тогда нападающий бросает гранату. Начинается паника. Отдыхающие пытаются найти спасительный выход. Вот он, эта тропинка. Но вслед убегающим звучат выстрелы. Нападавший стреляет из автомата Калашникова. Ответных выстрелов на записи не слышно. На большом пляже рядом с четырьмя немаленькими отелями вооружен только убийца. Мы видели поток людей в панике. Ну и сами побежали. Мы схватили все, что у нас тут было. От береговой линии до входа в гостиницу целых 200 метров, но нет никого, кто может оказать сопротивление террористу. Врачи приезжают раньше спецназа и ждут, пока стрелок спокойно и методично продолжает начатое на пляже уже в отеле. Первая наша бригада прибыла на место через 4 минуты после вызова, но полицейские остановили их. Там все еще была стрельба и пришлось ждать. Террориста ликвидируют лишь через 15 минут после начала стрельбы. Саперы обнаружат на его теле пояс смертника, начиненное взрывчаткой устройство. Свидетели, которые чудом остались в живых, утверждают, охрана отелей, привыкшая иметь дело с попрошайками и карманниками, к такой встрече была явно не готова. И секьюрити вместе с анимацией бежали вместе с нами. Охрана убегала тоже? Ребята, а вы что, а чьим им обороняться, рациями швыряться, что ли? Охрана бежала с нами, секьюрити, анимация. Единственное, что охрана хорошо передала, и охрана кричала «Go away! Уходите!» Вот. И потом они еще кричали, такой силовый сейф. Я долго не понял, что за английское слово пытался привести. А сейф это прячется, оказывается, в их понимании, в тунисском. Вот тут пулевое отверстие, а вон там второе. Террорист стоял как раз напротив этой машины и отстреливался.
Здесь он и погиб. Это сейчас по району Кантауи в сопровождении толпы охранников ходит полицейское начальство. А в пятницу жизни убегающих от смерти туристов спас пожилой торговец Адж Мибубакар. Соседи побросали товар и спрятались во дворе. Он остался и укрыл в своей лавке 35 человек. Они бежали и кричали: «Скорее, скорее, он убьет нас!» Мне тоже стало очень страшно. Я открыл двери и завел всех сюда. Они прямо на полу и сидели. Мы слышали стрельбу за стеной, но полицейских еще не было. Он стрелял по туристам. Как результат, 40 погибших, в основном британцы и бельгийцы. Десятки раненых, среди них 30-летняя москвичка Екатерина Хоменко. На этих кадрах видно, как ей оказывают помощь спасатели. Женщину ранило в плечо. Сейчас, после операции в местном госпитале, ее жизнь вне опасности. В Сусе Екатерина отдыхала с матерью. Татьяна Хоменко, она была с дочерью на пляже, пока считается пропавшей без вести. В списке раненых ее точно нет. Личности погибших пока устанавливают. Но опознать Татьяну в Тунисе просто некому. Дочь все еще в тяжелом состоянии. Вызов на опознание получил Николай Хоменко, бывший муж Татьяны. Ожидается, что в ближайшее время он должен прилететь в Тунис. Подельников убийцы задержали то ли полиция, то ли толпа, готовая вершить свой суд прямо на улице. Личность террориста установлена, его биография типична. Сейфуддин Риски, 23 года, студент-инженер, ставший на путь радикального ислама. То, что молодой человек из уважаемой семьи посещает собрания в подпольных мечетях, для его знакомых секретом не было. Тем более запоздало звучит реакция властей. Мы намерены в течение недели закрыть около 80 мечетей. Решение уже принято. Министр внутренних дел получил необходимые инструкции. В Тунисе не должно быть мечетей, которые функционируют без оглядки на законы страны. Не должно, но были. И раз премьер называет количество мечетей, которые закроют, значит, о них знали и прежде, но ничего не делали. Мартовский теракт, когда боевики-исламисты ворвались в парламент, а потом захватили музей вместе с иностранными туристами, 20 из которых погибли, кажется, не стал уроком для тех, кто принимает решение, какие мечети закрывать. Тунис – колыбель так называемой арабской весны, но до сих пор хрупкий мир между религиозными экстремистами и светским большинством в стране создавал иллюзию стабильности. Пассивность власти как раз и вызвана страхом эту стабильность нарушить. И вот иллюзий больше нет. Убийца разгоняет служащих отеля. Он стреляет исключительно в туристов. На фото, опубликованном каналом Sky News, видно, как прямо за спиной стрелка стоят местные жители и словно зеваки наблюдают за происходящим. Они в безопасности, мишень и иноверцы, как у бойцов исламского государства в Ираке или Сирии. Не случайно это террористическая организация, связь которой с Сейфуддином Раски еще предстоит доказать, уже назвала его своим воином джихада, а пострадавшие отели сравнила с борделем. Для туристов из Европы это заявление звучит намного весомее, чем то, что в Тунисе говорят власти. Мы отдыхали в 5 километрах от места теракта. Решили не дожидаться конца отпуска и попросили, чтобы нас увезли домой. Нам сказали, что в 6 утра будет рейс, но мы все еще здесь. Со мной семья, ребенок. Говорят, следующий самолет через 3 часа, но никто ни в чем не уверен. Количество жалоб отдыхающих настолько велико, что сотрудники отелей и турфирм часто лишь разводят руками и отмахиваются от шокированных клиентов. Наша компания делает все, что может. Я просто хочу убедиться, вы нас действительно понимаете? Многие из этих людей, когда началась стрельба, были на том пляже и спасали свои жизни. Мы могли умереть. Мы стараемся помочь всем. Мы убеждаем дочку, что это был просто салют, а не выстрелы. Она в шоке. Пустые самолеты в Тунис и очереди в залах вылета. Туристы бегут из страны куда угодно, лишь бы улететь прямо сейчас. Отели экстренно снижают цены, но отдыхающие все равно уезжают. Жизнь дороже. Это страшный удар по экономике Туниса. Мы ведь туризмом живем, а теперь люди отказываются от забронированных туров, уезжают раньше, даже теряя деньги. Я пока не знаю, как мы дальше будем работать. Уже сегодня у многих работы просто нет. И даже российские туристы, традиционно устойчивые к арабской смуте, на этот раз кажутся взволнованы всерьез. Сергей вместе с женой и друзьями улетел в Москву на следующий день после теракта. От любого крика, шороха, там люди
прям шарахаются, боятся, потому что девушка там ребенком игралась, просто крикнула, народ уже чуть ли обратно не побежал в гостиницу. То есть люди так на грани истерики. Да. Все боятся, думают, мало ли, еще может помимо пляжа, еще могут что-то взорвать или что-то в этом роде. Сегодня в Сусе почти нет следов пятничной трагедии, разве что эти цветы у шезлонгов. Кровь с каменного пола отеля уже смыли, но едва ли проблемы, вставшие в полный рост перед Тунисом, можно смыть так же легко. Террористы ИГИЛ уже объявили начавшийся Рамадан, священный месяц всех мусульман, месяцем возмездия. Так что, несомненно, те, кто устроил эту кошмарную бойню в Средиземном раю, найдут последователей. Вопросов только два. Когда и где? Георгий Алисашвили, Сергей Шилин, Евгений Завадский, Александр Гусев. Первый канал. Тунис.